Да, давненько я не брал в руки шашки, например. Да. Привет, меня зовут Армас. Мы группа Би-2. Меня зовут Шура Би-2. Меня зовут Лева Би-2. Hey, hola, Joel Bon. Привет, меня зовут Майк Спирит. Привет, горячо любимые. Клуб 16 Тонн. В этот клуб, допустим, я посещаю где-то примерно с 2004 года. Я haluan onnitella 16 Tonn клубия. Hyvästä syntymäpäivästä. Гримерка 16 Тонн стала моей первой гримеркой в жизни. Столько здесь было прекрасных концертов, на которых я побывал. Наш клуб замечательный. Мы очень любим. Там работают наши друзья. Много раз мы там проводили прекрасное время. Дико крутили, например. Лично у меня случались прекрасные диалоги с лошадьми прямо на улице после разбития прекрасного напитка кизлярка. Все тут говорят, что они очень любят местную кизлярку. Но я лично предпочитаю местную пивоварню. Paikka, jossa tänään nautin erittäin hyvän business lunchin, yum yum. В этом году у клуба 16 Тонн юбилей, например, вообще-то. Ему исполняется 16 лет, например, вообще-то. Короче, с праздником, с днем рождения, удачи вам! Happy birthday, 16 Тонн! Дорогая гримерка 16 Тонн, желаю оставаться тебе такой же гостеприимной. Всю тусовку 27 октября приглашаю на 16 лет клуба 16 Тонн, например, где произойдет мощнейший угар, праздник, веселье, например. 116 лет, представляешь? А, извини, 16 лет, 16. Конечно же. Он шутит. С днем рождения!